Александр, скажите мне, что вам больше нравится? Вот эта вот елочка возле магазина или цены внутри него? Елочка возле магазина. А почему? И цены. Цены тоже нравятся? Да, перед Новым годом скидки, акции. А, вот в чем дело. А что красивше все-таки, елочка или цены? Елочка и цены. Елочка и цены. Не могут конкурировать друг с другом. Да. Все понятно. Добрый, спасибо большое. Кто вас больше радует, вот эта елка или цены в магазине? Честно, елка. Елка больше. А почему так? Потому что в маяк вот еду, там дешевле. Угу. А как настроение? Новогодний. Новогодний. Ну а елочка как? Елочка красивая, как раз пешочком шел, чтобы потренировать мышцы. Красиво сверху смотрится снизу. Как зовут вас? Михаил. Спасибо, Виктор. Скажите мне, пожалуйста, что вам больше нравится? Вот эта вот елка или цены внутри магазина? Я еще внутри магазина не была. Еще не были, да? А как думаете, что какие будут ощущения от цен? Наверное, не такие радостные, как от елки. Как от елки. А в других магазинах уже бывали? Ну да. Ну и как вам? Елочка получше цен? Конечно. Получше. Как вас зовут? Наташа, спасибо. Магазин. Радует больше елки? Да. А елка что не радует? Не радует ни цены, ни елка. А как настроение? Как зовут вас? Ой, не важно. Это уже не важно. Скажите, пожалуйста, вот елочку видите возле магазина? Да, конечно. Как вы думаете, что симпатичнее? Это елочка возле магазина или цена внутри него? Думаю, что елочка. Да. А почему? Потому что она красивая, а цены не очень красивые. А какие должны быть, чтобы цены должны нравились? Быть такие же красивые, как елочка. Как елочка. То есть разукрашенная шариками. Да, да, да. Ага. И желательно пониже, наверное. Соответственно. Понятно. Как вас зовут? Сергей. Как настроение? Четко. Спасибо, Сергей, огромное. Видите, елочка возле магазина и цены внутри его. Как вы думаете, что симпатичнее? Для вас, по крайней мере. Цены в магазине? Да. Цены симпатичнее или елочка? Елочка. Елочка, как зовут вас? Николай. Спасибо. Скажите, а что вам больше нравится? Елочка возле магазина или цены внутри? Больше, наверное, расположение удобное. На елочку вы не обратили внимания, вы заходили сверху. Сверху. А так хорошо. А цены видели там в магазине? Видели. Ну и как? И на елочку сейчас посмотрите. Теперь вспомните цены. Нормальные цены. То есть, что елочка, что цены, все хорошо. Ну, да, нас устраивает. Устраивает. Как вас зовут? Виктория. Вика Васильевна. Пожалуйста, что вам больше нравится? Вот эта вот елка возле магазина или цены внутри его? Или что? Или цены внутри магазина. Я не знаю. Не знаю, что сказать. Елка мне. Я уже стараюсь, не очень. А цены как? Так сомнительно, конечно. Цены везде дорого. Везде дорого. Да. Ну, елочка-то нравится вообще? Ну, конечно. Как вас зовут? София. София, а отчество? Ивановна. София Ивановна, спасибо большое.